Всем привет! Меня зовут Богдан Ахмедьяров, главный редактор газеты «Уральская неделя». Как мы уже до этого сообщали, вы, наверное, слышали, мы в Уральске, в Западной Казахстанской области, совместно с общественным объединением «Оборой» и совместно с предвыборным штабом Кусанова провели такую штуку. Мы пригласили людей участвовать, быть наблюдателями. И откликнулось огромное количество людей, которые были наблюдателями. Вчера с утра до вечера они просидели на избирательных участках, они прошли обучение. И самое главное, они пришли вот с такими протоколами, живой печатью, все протоколы зафиксированы, огромное количество нарушений есть, которые зарегистрированы, и мы составили вот такую сводную ведомость. Мы получили протоколы со 125 участков мы охватили, и вот со 125 участков у нас есть протоколы. Сводная ведомость в Уральске. Итоги. Я не буду зачитывать теперь все. Там есть участки, на которых победил такая, на каких-то участках победил Кусанов. Но итоги по Уральску такие. За Кусанова, по предварительным данным, которые мы получили по итогам протоколов, за Кусанова проголосовало 24 969 человек. За Токаева проголосовало 21 831 человек. Вот как бы итоги этих выборов. Если кому-то интересно явка, то по Западно-Казахстанской области, вернее, по Уральску, по этим 125 участкам, явка составила 37,74%. То есть 37,7% это была явка, по данным наших наблюдателей. Вот, что хотел сообщить. Спасибо.